В Красноярске продолжается режим черного неба. Сегодня вечером специалисты должны решить, продлевать или снимать режим неблагоприятных метеоусловий. Напомню, НМУ действует с пятницы. Согласно данным мониторинга, серьезного загрязнения воздуха на минувших выходных не наблюдалось. Превышение фенолов в 1,5 раза зафиксировано было лишь в Советском районе. В Ленинском районе наблюдалось превышение по оксиду углерода. Всего же только за 1,5 месяца черное небо в Красноярске в общей сложности было 33 дня.